Mindenkit szeretettel üdvözlök. Őszintén örülök, hogy Arkadij Petrov Naumovic Budapestre érkezett, és részese lehet egy olyan meghívásnak, egy olyan beszélgetésnek, amely mindenkihez szól, hiszen a bioinformációs technológiák szerzőjeitől velem szemben már a közelettével és a már a jelenlétével is fényt és tudást hoz életünkben. Olyan kérdéseket fogok feltenni számára, ami mindenki számára egyértelmű, és valójában ki fogja váltani azokat a hatásokat, amiért ez az interjú megszületett. Ucsin ráadástó vizdjez Budapestje vi after bioinformacijoni technológii. Vi, davaj gavarim a tom, što vi možete pridlagať novim učenikam, ktorý je išo nje v procesa, pa čemu nada i nužen čelovjeku eto znanje? Спасибо за твой вопрос, спасибо за приветствие, за добрые слова. Я очень всегда с радостью приезжаю к вам в Будапешт, выступаю на телевидении, стараюсь объяснить, что мы делаем, как мы делаем и почему мы это делаем. И если мы хотим говорить о том, и надо что я сказал? Ну нет, позже я буду. Köszönjük szépen. És azt szeretném megkérdezni a bioinformációs technológiák szerzőjétől, hogy mi az az út, amely mindenki számára elérhető, és miért kell nekünk foglalkozni ezzel a tudással? Почему нужен человеку именно это знание древа жизни? Со мной это случилось 20 лет назад. К сожалению, была очень тяжелая ситуация. Я был на грани жизни и смерти, лежал в больнице. И вдруг начались определенные видения. Но поскольку я человек любопытный, я стал всматриваться в то, что мне показывается, вслушиваться в то, что мне говорят. Перестал думать о болезни. Сел вот за такой же небольшой столик, который у меня там в больнице был, попросил бумаги, пачку, взял ручку и стал все записывать. В результате этой работы мне удалось создать одну из своих первых книг, которая потом вышла и имела большой успех, и была переведена на разные языки во многих странах мира. То есть, собственно, это было началом того процесса, который я не отслонил от себя, а доверился ему и пошел на этой волне. В результате я очень быстро выздоровел, на удивление врачам, которые готовили меня к операции, вдруг оказалось, что никакой операции не нужно, и что и все замечательно и без всяких операций. Я вышел из больницы и не оставил это направление, то есть открывшиеся работы, стал углубляться в него, стал получать определенные уточнения по тем вопросам, которые у меня возникали. И возникло то, что сейчас в мире называется учением древа жизни. Ну, по сути дела, его новая современная версия, потому что древо жизни известно давно, оно практически во всех странах развивалось как эзотерическое учение. А сейчас оно вот пошло как новая современная версия, уже напрямую сопряженные с наукой, и мне это удавалось сопряжение осуществить, потому что я сам, в общем-то, в науке человек не случайный, я все-таки доктор философских наук, профессор, то есть человек, имеющий высшие научные знания, звания, и благодаря этому имеющий возможность соединять то эзотерическое видение и тот процесс, который во мне открылся, с тем опытом нашей науки, который был накоплен. Вот это объединение и дало просто поразительный результат. Сегодня учение древа жизни – это поистине планетарный процесс. Везде, почти во всех ведущих странах мира вот эти книги, вот они лежат у вас на столе, переведенные на венгерский язык. Но они также переведены на все основные языки мира. И на английский язык, и на немецкий язык.
Они выходили в Австралии, они выходили в Италии, они выходят в Бразилии, в Португалии, в Испании, в Румынии. Но где они только сейчас не выходят? То есть они выходят буквально по всему миру. És szeretném megkérdezni Árkagyi Petrovot, hogy milyen betegségekre, milyen életeseményekre lehet alkalmazni ezt a tudást, sőt, van egy friss információ, mert szeretném megosztani mindenkivel, fogak kinövesztéséről ismételten új hírek érkeztek ide. Neka kérbe lézni, szabítjén múzsna pozzavacsa, eta metodológia, viszlisali, szicsasz, tokesz szivudnya útran viraszkázi valamnye, a virasztaványje zúbi. Mi múzsatja nyiszkok a prilazsényiga, varitjavit? Да, я скажу о зубах, но сначала отвечу на первый вопрос ваш. Дело в том, что мы, к сожалению, очень плохо знаем сами себя. Ведь не совсем не напрасно писали на древних храмах во многих странах «познай себя». То есть это был первый завет, который человек должен был по отношению к себе и помнить, и осуществлять, познать самого себя. То есть в нас есть некие реликтовые знания, изначальные от сотворения мира, которые мы, во-первых, забыли, ну, в силу определенных физических условий, это константы физических переходов, когда мы забываем. Вот. Во-вторых, мы как бы не интересовались той библиотекой знаний, которая в нас самих и есть. По сути дела, через это учение открываться стала эта библиотека. И я узнал, что практически можно с любой ситуацией справиться, если у тебя есть знания. Более того, мне пришлось, к сожалению, а может быть даже к счастью, я даже не знаю, как определить, испытать это все на себе. Я ведь 3 раза болел раком. У меня было 5 неизлечимых заболеваний, которые я преодолел одно за другим. Сначала гепатоз печени был, диабет, рак. Последнее, что у меня было, это инсульт, причем в очень тяжелой форме, с парализацией. Врачи мне рассказали сценарий того, что со мной будет, очень тяжелый. Они, во-первых, меня обрадовали, что мало кто при таком инсульте вообще выживает. По их статистике 70% сразу помирают. Их удивило то, что я, ну, раз выжил, говорит, дальше мы будем с тобой уже возиться. Мы тебя, значит, 3 месяца будем, наверное, сейчас на кровати одержать, слюни вытирать, потому что я был парализованный. Вот. Потом будем год учить ходить и разговаривать. Ну, такой сценарий мне нарисовали. А я лежал и думал про себя, нет, ребята, в нашей небесной больничке лечат быстрее. И на самом деле уже на 3-й день я стал вставать, но сначала на коленях, я просто ползал на коленях. Потом, уцепившись за кровать, один раз умудрился подняться и уже ходил на ногах, хотя меня и швыряло от стенки к стенке, но я упрямо ходил. Через неделю я уже разговаривал. С трудом, но разговаривал. А через 3 недели они меня были вынуждены выписать из больницы. Это настолько поразило врачей, которые меня лечили, врача основного, который меня... Он пришел даже на занятия ко мне потом заниматься. Потому что это никак, ни в какие медицинские прописи не вписывалось вообще. То есть такого не могло быть никогда. Вот и все. А оно произошло. Ну, поскольку вы тут конкретно упомянули зубы, видно, очень многих людей интересует этот вопрос. У нас совсем недавно в Ростове-на-Дону произошло такое событие. Одна женщина, у которой, в общем-то, заболел и испортился зуб, пошла к врачам, они его удалили, этот зуб, вместе с корнем, с чем ее поздравили и отпустили.
Вот она вместо того, чтобы радоваться этому событию, пошла к нам учиться. А как можно вырастить новый зуб? В результате зуб вырос. Довольно быстро причем. Она пошла к тем самым врачам, которые ей удаляли этот зуб. Те пришли в большое недоумение. Они все проверили. Зуб действительно вырос. По сути дела уже 33-й зуб, который не мог вырасти никогда. В мире такого события еще никогда не было. Они настолько изумились, что вызвали специалистов из Ставропольской медицинской академии, это там недалеко от Ростова-на-Дону, но там она специализированная зубная. Оттуда приехал специалист, ученый, который стал на месте прямо в больнице это исследовать, что же произошло. Тоже пришел в недоумение, поднял шум большой, в Москву в том числе звонил, везде, и уже из московских институтов стали приезжать. Телевидение подключилось, ростовское, стали все это снимать и показывать. И комментарии врачей по этому поводу. Шум поднялся настолько большой, что теперь уже едут из заграничных, из европейских институтов специалисты смотреть на эту небывалую историю. 33-й зуб. Но все дело в том, что это у нас не первый раз вырастает. У нас уже много лет и уже много примеров того, как выросли эти зубы. Но ни наука, ни стоматология, они как бы к этому не хотели даже нос поворачивать в эту сторону. Но выросли у кого-то зубы, они сами по себе, а наука сама по себе. Это первый случай, когда наука наконец-то увидела, но как бы прозрелась, можно так сказать, и сама же подняла такой вот, по сути дела, на весь мир шум, что вот зубы-то растут. А то, что они у нас у наших учащихся и раньше росли, причем в гораздо большем количестве, не один зуб. У нас, например, у одной женщины во Владивостоке, это очень город на самом краю России, она врач, причем сама, но в возрасте, у нее были потеряны все зубы. Она все свои зубы восстановила. Даже такое есть, понимаете? Но теперь это стало благодаря телевидению, науке, которая наконец-то к этому прикоснулась, уже событием, в общем-то, можно сказать, международным. Наконец-то это зафиксировали, причем ученые разных стран. Наконец-то они увидели, утвердили, сказали, да, зуб вырос. Ну, дальше будем смотреть, что будет. Это все-таки очень недавнее событие. Но надо сказать, что сейчас очень многие ученые, очень известные ученые, повернулись лицом к тем технологиям, которые мы даем. Потому что уже случаев, причем во всех странах, очень много, когда и рак исчезает, злокачественные опухоли, органы новые растут. Зрение восстанавливается. Люди были слепыми, вдруг начинают видеть. Я, кстати, тоже через это прошел. У меня после инсульта, я же потерял зрение, я был почти слепой, и вдруг оно вернулось. И я сейчас сижу с вами, сияю глазками, и все нормально. Понимаете? И вот даже вышло у нас, вот я привез с собой из Москвы, это вышла небольшая брошюра, которую написал наш, можно сказать, высший медицинский авторитет Иван Павлович Неумывакин. Это человек, который возглавляет, он возглавлял 30 лет медицинское управление космическое, космоса нашего, который создал операционную, которая работает в условиях невесомости. Его называют у нас еще звездным доктором, доктором космонавтов, потому что он лечил всех космонавтов и их вел, в общем-то, во всех этих процессах. И вот этот человек, высший медицинский авторитет, повторяю, написал про нас книжечку.
Причем это маленькая книжка, а сейчас вышла уже и большая книжка, где он тоже о нас пишет, и о том, как органы регенерировались, и о том, что он наблюдал этот процесс лично, сопровождал все это наблюдением. В результате у нас в Российской академии наук была собрана медицинская конференция, всесоюзная, ну или всероссийская точнее, и на которой было принято постановление, резолюция. Все случаи достоверны и статистически значимы. То есть те случаи, которые в исцелении. Рекомендовать ко всеобщему распространению. То есть у нас в России такой документ на уровне высшего научного органа существует. Всероссийская медицинская конференция, которая прошла в президиуме Российской академии наук. И под резолюцией подписи даже вице-президентов академии. Ранов. Спасибо. Рано. Представляете, что произошло? Это огромное. Утвердила наука. Наконец-то она утвердила, что это не какое-то, ну, много всяких боковых, как говорится, течений существует. Ну, духовных, эзотерических. Но ни одной из них на уровне науки не было признано. Мы первые, кто получил это признание. Это признала наука. И сейчас никуда не денешься. Академики об этом по телевидению рассказывают у нас. На конференциях выступают. Прошли эксперименты в различных институтах. В Институте молекулярной биологии, в Институте молекулярной генетики. Это все было проверено, перепроверено, подтверждено и утверждено наконец-то. То есть мы сейчас не какие-то незаконные явления, которые вот придумали какую-то технологию и распространяют ее в мире. А мы уже признаны научным сообществом. Это очень важный момент, считаю. И очень интересно, но этим заинтересовались не только ученые. В прошлом году меня пригласили в Ватикан. Я был гостем Ватикана и встречался со специалистами. Они прочитали мои книги, оказывается. Ну, там же, в общем, на итальянском языке там вышло много книг моих. Они их прочитали внимательно. У них возникли вопросы. Они хотели со мной встретиться. Я приехал, общался два дня со специалистами Ватикана. Они задавали вопросы, очень интересные. Они говорили, вот мы прочитали ваши книги. Вы знаете, это ведь эзотерическое христианство. У нас вопрос. Откуда вы это знаете? Ага. Но я-то тоже соображаю. Значит, раз они сравнили с неким эзотерическим христианством, значит, есть с чем сравнивать. Это во-первых. Здорово. Спасибо. Но при этом же возник второй у них вопрос, откуда вы это знаете? Угу. Я им говорю, ну вы понимаете, я это знаю из того источника, из которого, наверное, знаете и вы, из божественного источника, потому что мне те видения и те тексты, которые шли, и те технологии, которые давали, которые я вот в этих книгах воспроизвожу, это же не мои технологии. Это мне дали оттуда, из того источника. Я говорю, эзотерический, значит, тайный. Видимо, Бог перестал надеяться на то, что вы тайное сделаете явным. Решил через меня попробовать. Вот я и передаю сейчас. Спасибо. Они очень спокойно это выслушали, без всяких возмущений. Хотя, ну, это же прямой упрек. Потом я же им сказал еще и другую ересь, по их мнению. У них же такой постулат, что к Богу прийти мимо церкви невозможно. Что ты идешь в церковь, а церковь тебя выводит на Бога. То есть церковь как посредник. А я
начал им утверждать, я два дня мы разговаривали над тем, я им говорил, здесь посредники не нужны. Вы зря себя посредниками назначили. Бог может разговаривать с каждым человеком, который к этому разговору уже готов. А вот чтобы подготовиться к этим разговорам, надо вот эти книги читать. Потому что здесь прямые божественные откровения. Каждая книга, вот они лежат, она же с чего начинается? С божественных откровений. Причем эти откровения настолько отличаются от всего, что давалось прежде, что, например, в Германии вышла книга очень тоже известного немецкого философа Берна, угу. который перевел ее на немецкий язык и издал, кстати, эти книги. Он 8 книг уже в Германии издал по древу жизни, учение древа жизни, который написал, что эти тексты не имеют как бы аналогов в истории. Такое ощущение, что они прямо взялись из космоса и воплотились вот в этих книгах, причем на том уровне реальности, в котором мы сейчас живем, то есть сопряженным с тем опытом, который уже накоплен человечеством, но в то же время открывая совершенно новые горизонты, абсолютно новые, до которых еще, наверное, не одну сотню лет идти надо. Науки. Представляете? Это мнение очень крупного ученого. Не одну сотню лет по этим откровениям наука идти еще может. Его оценка. Вот почему и Ватикан с таким вниманием к ним отнесся. Они же там тоже, в общем-то, там серьезные специалисты ватикановские. И там их было немало. Там их несколько десятков специалистов сидело. Мы это общение проводили в зале Папы Пия XII. Представляете? Это зал, в которых посторонних вообще-то не пускают. Это зал, где Папа общается со своими епископами. Вот на этом уровне происходило. А меня там встречал и опекал министр Ватикана по хозяйству. Джина его зовут. Он меня опекал с утра до вечера. Возил, перевозил из этих... Поселили меня, правда, там очень странно, как мне показалось сначала, но потом я подумал и понял, что не случайно. Они меня поселяли в женский монастырь. Я в женском монастыре жил. Но он был прям рядом с этим, с резиденцией, где проходило общение, во-первых. А во-вторых, ну, у них тоже как бы места намоленные, так сказать, как меня не будет там трясти. Но я все очень комфортно себя чувствовал. В этих энергиях. Это же энергия, это все общение с энергиями идет. А так все остальное было очень корректно. Они заботились обо мне все время. Прибегали, спрашивали, чай, кофе, может быть, что-нибудь покушать, может, еще чего-то. Так бегали, суетились вокруг себя. Но очень приятно было, потому что все так вежливо и все так корректно. Спасибо, Маша. Következtetésképpen, hadd mondjam el, hogy Arkadij Naumovics Petrovval 5 évvel ezelőtt találkoztam, és ez a tudás mára már, mindaz, amit itt hallottunk, ezek az eredmények Magyarországon is elérhetőek. Ezek nagyon-nagyon fontos ismeretek voltak, és köszönöm szépen a szerzőnek, hogy így összefoglalta, hogy ez már nem egyszerűen egy szellemi, ezoterikusnak nevezett, vagy szellemi irányzat, egy tanítás, hanem valójában ez minden emberhez el kell, hogy jusson, sőt, a tudományos világ is kezdi befogadni. És hogyha ezt mindannyian megértjük, akkor rájövünk arra, hogy betegségeinket, életeseményeinket, legyen az bármilyen szintű, vagy bármilyen előre haladott állapotban is lehet az, képesek vagyunk irányítani, de ehhez tudás kell. A tudás pedig megszerezhető ezekből a könyvekből, és nagyon-nagyon büszkén vállalom azt, hogy ennyire tartalmas és valójában isteni tudással telített könyveket tudtunk magyarra lefordítani. Szerte a világban, ahol Arkadij Naumovics Petrov 23 kötetét már lefordították, de Magyarország élen jár ezen könyvek kiadásában, és mióta én ezzel a technikával, ezzel a tanítással, ezzel a világszemlélettel megismerkedtem, azóta az órákon, az online órákon, az alaptanfolyamokon számos hasonló szintű gyógyulás történt. De nem a gyógyulás
nem csak a gyógyulás a lényeges, hanem a világ szemléletünk, a világ megismerése. Ez pedig a szerzőtől elérhető. Elérhető az óráinkon, a gyakorlati foglalkozásainkon, és tényleg velünk a Jóisten, mert rengetegen csatlakoztak már eddig is ehhez a tanításhoz. Egyre többen kíváncsiak, de miért kíváncsiak? Mert elérkeztünk egy olyan sorsfordulóhoz, amikor az emberekből feltör a vágy, hogy a forrással megismerkedjenek. Valós, igaz, torzítatlan tudással, amelyet nem csak tanítunk, hanem személy szerint a tanítóink, a hallgatóink, és jó magam is igyekszünk e szerint élni. Úgyhogy még egy utolsó kérdést felteszek a szerzőnek, hogy mit üzen a magyar hallgatóságnak, mi az, ami mindenkiben el kell, hogy indítsa ezt a vágyat a tovább tanulásra. Так да последний вопрос. Если сейчас венгерские зрители слушают и смотрят вас, вы можете предлагать один-два предложения, почему нужно начинать заниматься с этими знаниями? Вот эти книги на самом деле это как бы путь в новую реальность жизни. Они как вехи. Вот, понимаете, вы выходите, вокруг ничего, и вдруг стоят вот такие книжки и показывают, куда идти. А когда вы их читаете, там еще становится понятно, что делать. По сути дела, нам открывают путь в богочеловеческий статус. Мы закончили путь развития человека, который шел от минералов, через растения, через животных, обрел, наконец, человеческий статус, отработал этот человеческий статус, и сейчас открываются двери к переходу в богочеловеческий статус. Для того, чтобы прийти туда, куда нас приглашают, надо прежде всего идти. Если вы будете стоять на месте, топтаться на месте или прыгать на месте, какая разница, или бегать направо-налево, вы никуда не придете. Надо идти. А путь нам дают через эти книги. Я очень благодарен нашему Создателю, моему Отцу Богу, за то, что Он мне дал эту возможность открыть людям вот эти вот двери в новой реальной жизни. И провести их по этому пути. И я очень рад, что сейчас уже по этому пути во всем мире идут сотни тысяч людей. И у них, кстати, открывается и сновидение, как правило, на этом пути. Они начинают тоже видеть, как когда-то и у меня это открылось. То есть они, повторяя этот путь, проходят, в общем-то, и свое становление в богочеловеческий статус. А там уже другая реальность. Это квантовый переход. Ведь мы сейчас, обратите внимание, у нас есть, ну, всем известно, ну, как бы пульсобиение планеты, которое определяется, ну, научным термином частота Шумана. Она всем известна, 7,8 Гц, которое всегда было. И тысячи лет назад, и миллионы лет назад была такая частота и пульс. Наше сердцебиение тоже совпадает с этим человека. И вдруг она стала резко меняться в последнее время. Уже больше 16 Гц. То есть в 2 с лишним раза уже растет. Хочу сказать, что науке известно, что, например, если частота Шумана замедляется, а это пульсобиение, сердцебиение планеты, планета же тоже живой организм, вот если она угашает, то человек теряет энергию, становится вялым, сонливым. По сути дела, живет как бы во сне. А если она повышается, то человек активируется, к нему приходит новая энергия. И он начинает, он обретает второе дыхание жизни. И начинает активно жить. И еще главное, творчески. Но в то же время это и барьер. Не все могут пройти такую частоту, многие не выдерживают. Ведь вот даже мой инсульт, который был, это тоже как бы испытательный момент. Готов ли ты к таким частотам или не готов? Ну,
получилось, что готов. Ну, могло не получиться. Это же никто, так сказать, не застрахован. Никому это не обещают какие-то особые условия. Все проходят, даже если ты послан самим Господом для того, чтобы это передать, ты все равно должен пройти путь человека, причем честно пройти, как и человек, без привилегий. И этим поболела тема, другим победил, значит, поднимаешься на новую ступень. Каждая болезнь – это ступень. Понимаете? Почему в древности говорили, через тернии идем к звездам? Тернии – это трудности. Даже если, еще раз говорю, если ты посланник Бога, ты не исключение из правил. Тебе никто тут это ковровую дорожку не постелит. Все надо пройти, как каждый человек. Без привилегий. И я шел. Но каждый раз во мне торжествовала не болезнь, а тот свет, который Отец открыл в будущем. Я шел на этот свет, понимаете? Поэтому болезнь угасала. Свет Бога, свет Отца гасит любую болезнь. И вот эти книги работают даже в пассивном состоянии, даже когда они дома, просто дома. А многие, особенно женщины, уже мне не раз рассказывали, что они их кладут под подушку. А женщины более чувствительны, чем мужчины, то есть они чувствуют вибрации. А вибрации эти оказываются целительными. Они людей спасают от многих заболеваний. Ну да, да. Здесь предотвращают. Тоже, Магрей тоже. Igen, tehát mindezeket csak megerősíteni tudom. Ne álljunk meg, ne hagyjuk abba. És egy nagyon fontos üzenetet utolsó mondatként hadd közvetítsek, aki egyszer erre az útra rátalált, mivel elkerülhetetlen, hogy minden ember végigjárja, hiszen ez a mi fő feladatunk, és ezen az úton kell haladni mindenkinek, ki előbb, ki később, de rá fog találni. Én jó magam is csak ezen az úton járok, és azt kell, hogy mondjam a hallgatóimmal közösen, hogy ez valójában az Isten emberré válás útja. Mindent azért kapunk, hogy tanuljunk. És hogyha már van egy ilyen tudás elérhető, megtanulható, hát használjuk. Ébredjünk, ébresszük fel társainkat, barátainkat. Nézzétek meg legújabb szinkronizált filmünket pontosan erről az ismeretanyagról, és ébresszétek fel szellemeteknek azt a tüzét, amely valójában ezt az utat fogja járatni veletek is. Én köszönöm szépen az interjút, спасибо большое за интервью, és nagyon szépen köszönöm, hogy elmutatta. És nagyon-nagyon köszöni Arkadij Naumovics Petrov is. Figyeljétek a végtelenforrás.hu honlapot, gyertek el bármilyen bevezető vagy gyakorló órákra, és utána meglátjátok, hogyha az ember lelkét megérinti ez a tudás, akkor igyekszik a mindennapjaiban valamilyen módon betenni, és igyekszik ráhangoltatni magát állandóan. Köszönöm szépen a figyelmet. Спасибо большое. Köszönjük szépen.